Итак, всем привет, с вами Андрей Чибисов. Интересно в деталях. Сейчас я вам сделаю распаковку фильтра Масума и сравню его с оригиналом. Погнали. Вот я достал фильтр. Фильтр коробки, автомат. Вот видно Масума, год гарантии. Сейчас разрежу и достану. Вот получается, разорвал. Вот фильтр Масума, как выглядит. Вот тоже видим сеточку здесь и сеточка вот здесь. И сейчас сравним с оригиналом. Вот я уже оригинал снял и смотрим, чем масумовский отличается от оригинала. Это здесь, это здесь. Это так. Это тоже отверстие, все четко. Все идеально, один в один. Вот так даже сделал, вот. Один в один. Переворачиваем. Чтобы ничего не попадало. Переворачиваем и сверяем. Этот тоже, это все одинаковое. Вот так вот вам даже покажу. Видно то, что здесь немножко, ну, видать то, что когда прикручивали, и кольцо здесь уже, получается, подсело. Ну, а здесь оно немного торчит. Ничего, думаю, страшного нету. И здесь, естественно, уже немного примялось. Ну, а здесь еще новенькое, так скажем, торчит. Вот. А так все идентично. Вот такая вот была распаковка фильтра Масума для коробки автомат на Hilux Surf 185 кузов, двигатель 1КЗТ. Я думаю, это видео было интересно, полезно. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, подписываться на мой канал. Ждите скоро новый выпуск. Пока. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of